Недавно ко мне поступили очень интересные новости, очень замечательная компания, которая начинает поднимать сегодня все больше и больше шум в интернете и привлекать внимание. Это компания THW Global. Очень много спорных вопросов появилось. Кто-то думает, что это очередная какая-то махинация. И именно поэтому я сегодня нашел Ричарда Диллендорфа, который поможет нам разъяснить ситуацию, откуда такой шум и вообще стоит ли игра свеч. Добрый день, Ричард. Добрый день. Можно уточнить? Да, я готов ответить на вопросы, потому что я понимаю, что любой выход новой компании всегда наводит очень много шума, и все сразу вспоминают о таком важнейшем слове в жизни, как риск. Но это, наверное, впервые может быть компания, которая не несет за собой риск. Я готов ответить на вопрос. Хорошо. Откуда такая щедрость и откуда деньги? За что, в принципе, компания готова платить обозначенные суммы? Хорошо. Значит, смотрите, бизнес очень простой. Бизнес, который легко разъяснить на пальцах. Когда человек или компания хочет получить какой-то сервис, например, давайте говорить напрямую о рекламном сервисе, так как рекламный сервис является основой получения доходов компании THW Global. Таким образом, вы, которые хотите, чтобы ваши сервисы или ваши товары продавались как можно более интенсивно и захватывали все новые и новые рынки, вы приходите к нам и говорите: мы хотели бы, чтобы вы донесли нашу информацию до каждого человека, но донесли ее очень правильно. И поэтому мы хотим, чтобы наш ролик или наши тексты были откорректированы вашими партнерами, раз вы объявляете, что у вас их 50 тысяч партнеров в каждой стране, и все они профессионально просматривают ваши видео, дают комментарии, дают исправления, дают анонсы, то мы хотели бы узнать, сколько стоят такие услуги. Такие услуги по первому контракту, это не значит, что такие будут цены на все остальные контракты, составляют $90 в час. Из них $40 уходит нам, как партнер, давайте назовем так, клиенты мы здесь никакие, потому что мы ничего не покупаем и ничего не платим. Поэтому мы партнеры, участники рабочего процесса в компании. Поэтому на нас, на нашу как бы всю команду идет $40, 25 тому, кто смотрит в час, до $25, 5 до 5, естественно, тому, кто его спонсировал, и доллар за активность, то есть за конкретную работу людей на 10 уровней вниз. На этом выплаты заканчиваются, то есть 11 уровня нет. Но это дает возможность вам, как любому человеку, первое, работать, то есть просматривать анонсы, видео, рекламу, будущие передачи, которые планируется внедрить в телевидение и так далее, и так далее. Учебные программы. Там будет очень много материала и контента, который развивать будет, прежде всего, нас самих. Потому что мы это будем видеть первые. Еще никто не видит. Мы, как партнеры, видим, оцениваем, корректируем и за это получаем свои справедливые $40, $50, которые остаются в компании, это расходы компании и, естественно, прибыль компании. Таким образом, весь бюджет формируется исключительно за счет оплаты самим рекламодателям. Да, спасибо. То есть, другими словами, любому, кто хочет зарабатывать в компании THW Global, не нужно ни копейки собственных денег. Нет, они и так тратятся на то, что первое, приобрели компьютер, научились им пользоваться. Многие, наверное, смотрят YouTube. Наверное, многие из вас дают комментарии и даже преуспели в этих комментариях, потому что я сам лично имею канал на YouTube и вижу, что под моими видео люди дают даже больше информации, чем я сам даю в своем ролике. То есть они преуспели в комментариях. Вот это нам как раз и нужно. Но для этого вы потратили какое-то время, вы сами обеспечиваете себя рабочим местом, инструментом,
вы сами платите за интернет, все делаете сами. Это по-американски называется удаленная работа, то есть вы удаленно работаете на американскую компанию. Замечательно. Не так все бесплатно. Да, да. Ну, в целом это нормальные условия, честно говоря. Хорошо, еще такой вопрос. Как будет осуществляться выплата зарплаты нашим партнерам? Значит, смотрите, поскольку здесь мы уже говорим действительно о комиссионных, это правда не зарплата, зарплатой у нас считается это payroll, когда вы получаете в компании чек, за который компания платит налоги за вас и так далее, отчисляет в социальный фонд. В данном случае, так как вы имеете part-time job, это означает, что вы имеете частично занятую работу из дому, и поэтому стоят ограничения 10 часов в неделю, это норма, которой вы можете работать на дополнительной работе. Таким образом, вот ваши комиссионные будут перечисляться, как обычно в Америке. Если, скажем, мы в Америке, то это могут быть чеки. Если вы за пределами Америки, то это на вашу кредитную дебетную карту. Наверное, я еще не знаю точно, будет работать Payza, будет работать биткоин. То есть все современные виды оплаты, которые принимаются в ваших странах. В некоторых странах может быть даже и PayPal, но не везде он, видите, работает. Поэтому, в принципе, какие будут выплаты, вернее, какие кошельки или какие условия выплат, мы как только узнаем, я вам сразу сообщу. То есть, точно. Другими словами, давайте по цифрам подобьем. Любой желающий без копейки вложений в эту компанию, выполняя работу до 10 часов в час, до 10 часов в неделю, может смело здесь зарабатывать до $250 в неделю. Да, совершенно верно, потому что вот эта самая оценка часа работы будет зависеть, как мы понимаем, от страны. Где-то это будет $25, где-то, возможно, это будет 24 там с чем-то. Мы не знаем точные расценки. Это как на телефонную связь, когда вы открываете список стран и предоставляемые цены. Поэтому и стоит цифра до 25, это 25 это максимальная ставка. Какая будет ставка на определенную страну, мы это все увидим в тарифе, в заданиях, которые будут даваться на сайте основном. Сейчас, как вы понимаете, сайта нет. Есть регистрационный сайт, где у вас есть пока примитивный личный кабинет для того, чтобы дать возможность вам видеть, как растет ваша команда, по номеру логина определить, какое количество людей у ваших прямых рефералов. И вы видите, что пока это идет спилловер, то есть одна очень мощная ветка, в которой сегодня больше 80 тысяч человек. И на правой ноге, если так говорить по бинару, пока есть только пустые номера. Возможно, что компания применит и бинарный план. Мы, по крайней мере, были бы рады этому, если бинарный план будет. Но пока это Unilevel, то есть все в одной линии или ваша первая даунлайн. Ага, значит, для активных партнеров, которые готовы выстраивать здесь структуры, сегодня предоставлены условия получения прибыли до $1 с каждого человека до 10 уровня в глубину, ну, за работу, за проделанную работу, правильно, да? Да. Именно за его активную работу, если он просматривал, если он корректировал ваш приглашенный второй, третий, пятый, десятый линии, то вам будет идти начисление, так же, как и положено по маркетингу, то, что, по крайней мере, сейчас описано на регистрационном сайте компании. Наверное, вы, когда регистрируетесь, читаете текст, который написан внизу. Так как он переводится на все языки, включая русский, то я советую перед регистрацией прочитать внимательно, о чем написано там, откуда появляются деньги. Там все абсолютно просто на русском языке с хорошим переводом написано. Как это работает, почему в этом большой интерес. Фактически это новые технологии захвата интереса покупателя, но только не просто
вышли, посмотрели, а когда мы, партнеры, разъяснили и донесли. Вы же знаете, что такое продажа из рук в руки, получив инструмент. Хорошо, понятно, спасибо. То есть, значит, условно говоря, если активный лидер выстроит структуру, организацию свою, допустим, всего 100 рабочих человек, то это будет ему приносить, это сколько, что-то я... $100 в час за их работу, да? Ну, это замечательно, по-моему, $100 в час. И ограничение в этом случае у нас, по-моему, 10 часов в неделю, да? Да, вот не путайте. Когда вы сами работаете, и вы получаете деньги за работу, так как здесь два источника дохода, ведь человек может прийти в компанию, никого не пригласить, и просто сам работать 10 часов в неделю. И это первый вид дохода. Но когда вы начинаете строить команду, ваша команда начинает строить команду, а в MLM самое простое действие – это научить двоих сделать то же самое, что делали вы, привели двоих или троих, как вы хотите. Таким образом, вот этот второй вид дохода не ограничен. На сайте его не ограничивал никто. И в устных наших разговорах с нашими мастерами, то есть с людьми, которые отвечают или, например, развивают Соединенные Штаты, ни разу не было заявлено, что будут ограничения по доходам для строителей сети. Ограничения по доходам $1000 в месяц – это для тех, кто просматривает и корректирует. Угу. То есть, если ты активно строишь структуры, то твой потенциальный доход, он просто растет до бесконечности, так получается? Ну, получается не до бесконечности, потому что все-таки разговор идет об ограниченном контингенте людей, который будет фактически активно работать. Так как мы знаем из опыта, все-таки 25 лет в индустрии MLM, меня чему-то научили. И я знаю, что не все приходящие в MLM компании остаются в них работать, потому что кому-то тяжело, кто-то не понял. И поэтому, конечно, здесь не может быть бесконечно, здесь может быть определенный набор, костяк партнеров, которые будут профессиональными просмотрщиками, и вот они-то и будут зарабатывать деньги. То есть, как бы, я бы даже предостерег, например, людей, тех, которые говорят, ну вот мы подождем, как все будет развиваться, и тогда придем. Скорее всего, вот в этом проекте такого шанса не будет. То есть какое-то будет набрано количество людей определенное, конечно, будет какой-то отсек, понятно, но вот так, чтобы бесконечно, весь мир не может продавать, я думаю. Должны быть и покупатели. Понятно. Хорошо, спасибо. На связи был Ричард Деллендорф. Рад был с вами пообщаться. Всего хорошего. Да, до свидания. Удачи вам. Всего доброго. Вот, друзья, такая информация, поэтому если вы заинтересованы зарабатывать серьезные деньги безопасно, надежно, без вложений, то это то, что вам нужно.